После долгого перерыва, связанного с пандемией, в Подмосковье возобновили выездные экскурсии в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». У участников проекта такие поездки всегда пользовались большой популярностью. 9 марта пенсионеры из Ленинского городского округа отправились в первое путешествие. Участники автобусной экскурсии побывали в городе Домодедово, где посетили Центральную районную библиотеку имени Анны Ахматовой. Сопровождали экскурсантов сотрудники историко-культурного центра. Клуб «Активное долголетие» – это повсеместный клуб в Ленинском районе. И там участвуют многие организации и учреждения. И вот историко-культурный центр активно помогает в организации таких выездных мероприятий. Их экскурсоводы очень подробно всегда рассказывают многие интересные исторические факты, уже будучи в автобусе во время путешествия. Методисты Домодедовской библиотеки рассказали о жизни и творчестве Анны Ахматовой. Также гостям показали биографический фильм о поэтессе. Экскурсия проходила с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В ней приняли участие 12 человек. Ограничение единственное, самое важное. Все участники должны предъявить справочку о вакцинации на новую коронавирусную инфекцию, новой коронавирусной инфекции, либо справочку об антителах. То есть это самое главное ограничение на сегодняшний момент. Следующая поездка состоится 31 марта. Записаться на нее можно через портал госуслуги или заполнить заявление в Центре социального обслуживания населения «Вера».